Всем привет! Я сегодня вот такая вот кудрявая, такие пушистые волосы. Заплела вчера себе много косичек, помыла голову, помыла волосы. И на влажные волосы заплела, в общем, много-много косичек. На ночь оставила эти косички. Сегодня вот волосы высохли, косички расплела. И получилось вот такое вот пушистое, то ли кудряшки, то ли что. Пушистые, прикольно так смотрится. Немножко что-то другое. Вот, мы сегодня едем в Польшу за сигаретами и заодно купим продукты. Вот, будем заезжать, наверное, в магазин «Бедронка». Не знаю, будем заезжать на базар или нет. Наверное, да, потому что сигареты-то мы на базаре покупаем. Вот, поэтому, да, я сейчас накрашусь, соберусь до конца. И мы выезжаем. Себе недавно вот такой вот темно-зеленый карандаш. Не карандаш, а подводку. Вот такая она, как фломастер. И вот таким вот темно-зеленым цветом. И нравится мне эта подводка. Теперь только ей подвожу глаза себе каждый день. Быстро и удобно. Ну что, я готова. Тут такое освещение, конечно, в коридоре ужасное. Я сегодня надела, на улице довольно-таки прохладно. Поэтому я надела лосины, надену сапоги. Вот такой вот, что это, кофта, да? Длинная, теплая. И возьму с собой еще. Так как ветер сегодня холодный, возьму с собой еще кожаную куртку. И... Но солнце есть, поэтому беру с собой еще очки. Все, я готова, я выхожу. Каждый раз едешь, каждый раз снимаешь. И ничего не выкладываю потом. Одно и то же. Только каждый раз одно и то же. Базарчик. Сладости какие-то возьмут. Посмотрим. Дрон, нет, место. Там место. Ты сигареты на базаре будешь покупать? Да. Mm-hmm. Там, где рыба, mm-hmm. Там дешевле. И конфеты на халяву дают. Все с Берлина тут закупаются.
BMW ряд. А, не парковка. Не знаю, где парковка. Нет парковки. Не занят. Идем в Бедронку, хотя по дороге выяснили, что нам ничего вроде-то и не надо. Из продуктов дома все есть. Здесь, как всегда, все забито. Народа много. Блинчики надо взять. Блинчики с яблочным повидлом. Рыбочки. Мать такую, кокосовую. Давай возьмем кокосовые. Родителям нужно. Вот это что-то новенькое, я такое еще не ела, с мармеладом. Такие тяжелые. Птичье молоко с мармеладом, не ела. Интересненькое, что у нас. Ну, простой хотел, но нету. Это ванильное. Ну ладно, возьмем такое. Помидоры, малиновые помидоры есть здесь? Это вот они, малиновые. На, возьми штучек 4. Хороших. Они иногда такие бывают мягкие. Он желтый какие-то. Где? Все? Все. Вареники. Может, вареники взять попробовать? С капустой, с творогом. Какой-то холодец интересный. Ну не. Давай возьмем, попробуем. Вот такие вот. Какие-то как на сковородке пожарить можно с начинкой. Типа как котлетки. Такие маленькие рафаэлки. Халва. Смотри, какая интересная. Из этих. Фисташковая. Да? Угу. Хочешь? Конфетки на развес, как у России было. Все? Что, ну по одной? А. Ну да, ну и надолго хватает, классно. Давай две возьмем. Это целая корочка грыма. 20, это сколько? Не знаю. Будешь? Дома. Давай попробуем каждый раз на нее смотрим. Какую? Пожирнее? Да. Черная какая-то. Вот это, не? Да, не все. Ну, бери. Каждый раз смотрим, проходим. Попробуем. Вот он, душгель, твой любимый. Сколько брать? Это столько с карточкой Бедронки. Да, не знаю я почем. По 6, это 1,5 евро где-то. 5,99 это оно? Возьми две, да. Большие? Нет, это вот это. А твой гель 400 мл, 17,49 стоит злот. Да, 400 мл. Возьми две. Так,
Сумка есть, да? В машине есть. Зашли в Бедронку, не надо было ничего, а накупили аж на целых 263 злотых. Сейчас поедем на базар, а потом заедем перекусить. Сегодня прям очень много русскоговорящих, очень много немцев. Один фарша набрал столько, что купе. Фарш. Полная тачка. Фарш. Беда с парковкой. Вон тапочки. Вот. Что, ты хочешь тапочки? Да нет, купил бы сюда. Могу. Я могу. Нам рыба нужна. Ты помнишь, где? Да. Зарядная какая. Здесь нету зарядного. Хорошие вальцы, а? А, мы не здесь брали. Бери чешпека, не надо хороший шпек. Течение обытыши. Алло. Что вам надо? Выбери ты. Какой? Да, ответить можно. Можно отдельно завернуть. Что, картошка с картошкой будем? Это что? Гусь, наверное. Все маленькое. Утка, наверное. Утка? Сигареты, парламент. Нет. 8 копов. А что? Побежи. Квашеные огурцы. Нет, спасибо. Малосольных нету в этот раз. Сорок одного, да. Спасибо, миллион. А что, дороже стало? Угу. Насколько? Насколько дороже? 4 евро. Блок. Да. Все? Да. Двойку дать тебе? Вторая у меня тоже была. Есть. Спасибо. Не знаю, за соседями смотреть. Ножки. С ложкой вместе смотрю. Можешь меня заправить? Сколько там же сейчас? Села? 3 деления. Можно заправиться. Почти полбак. Ее... Мы ехали, она упала, это деление. Ну, и так... опять появилась. В смысле? В чем прикол? Не знаю. Не вижу. Супер. Супер плюс 1.54, супер 1.33. Евро 33. Die Spur ist zum Einholen. Ihr könnt nur dreimal rumfahren können. Hier wird immer alles gesperrt, weil ihr wie die Anfänger fahrt. Придурок.
Я тебе супер плюс залил. Хайм. Он примерно как на Орале 95. Я не понимаю, короче. Супер плюс, не супер плюс. Зина, евро 54 за литр. Показывает. Хотя у меня полбака есть, но все равно. Я уже голодная, есть хочу. Сейчас пойдем покушаем вот, вот, вот сюда вот. Хотелось бы на улице сесть, но я смотрю, там очень много народа. На солнышко хочется погреться. Последние лучи солнца половить. Ну, закрыта сеткой, тут раздуло сильно. Здесь хоть ветра нету, хорошо. Да? Ветра нету, они закрыли сеткой. Тут раздуло. Есть вкусненько. Так, это я не хочу. Лакс 9 евро. О, я отсюда. Кого? Десерт. С десертов карта начинается. Это, конечно, интересно. Это детское меню. Фреш штук. Вот супчики, солянка. Солянку можешь взять. Что ты выбрал? Рульку? Где ты рульку увидел? Вот туда. Не, я не хочу. А ребра есть? Курочка, шницель. Где что будешь? Еще не знаю. Я суп хотела, солянку может быть. Рыбка есть. Пельмени. Все. Спасибо за игру. Рыбка маленькая, капуста больше. Можно начинать? Нет, еще нельзя начинать. Это что такое? Хрен. Можете начинать. Я думала, два лаксика будет. Да, из бани капец, конечно. Маловато? Тогда больше было, не? Не знаю. Короче, 8 блоков сигарет. Парламент за блок 39 евро. 39 евро за блок? Да. 39 евро за блок? Да. 8 штук? Да. На одного взрослого по 4 можно? Да. А что? Понятно. Ничего, снимаю. Для подписчиков. Чтобы цены знали. И сколько, как часто мы ездим в Польшу? Каждый, как часто мы ездим в Польшу? Каждые 6 недель? Раз два месяца. Каждые 8? Ну, полтора месяца. Каждые 1,5. Каждые 6 недель. Богатое удовольствие, дорогое. Я не курю, если что. Я думаю, нас не остановят. Ты думаешь, остановят? 50-50. Я думаю, нет. Нет. А, они на паузу пошли. Устали. Покушать. Либо там дальше стоят. Тут кто-то, кто на границе с Польшей живет, пешком ходит туда. Я же тебе говорю, сумками закупился, пошел где-то отсюда. Ну, бедронку, пешочек. Мясо одного нахапал. Вот да, вон стоят. Они стоят, полицаи. Прямо тут. Стоят на номера. Палят. Мои номера святые. Даже на красный не проезжали. Ну, теперь уже не остановят, да? Если нет, если мы проехали. Если там дальше не стоят.
А, эти стоят, здесь номера смотрят, а там дальше. Туда могут загнать, видишь, выборочные. А я тебе говорю, мои номера святые. Никто не останавливал еще ни разу. Поняла, что ты меня в Польшу берешь. Чтобы больше блоков с собой привезти. Да и вас накормить. До этого, пока я не говорила, мимо проходили. Все, сейчас будет, значит, традиция. Раз в Польшу за сигаретами, тогда я ужин не варю. Тогда в ресторан идем. Польский. Польский, ну, а что?